пост и молитва были частью их жизни, а светлая любовь стала примером для миллионов православных семей. Пара Петра и Февронии Муромских – символ идеальной христианской семьи. По сей день супруги Ленинского округа собираются вместе, чтобы отметить светлый праздник любви и верности. Он начал праздновать свое, так сказать, назначение с 2008 года, а в 2022 году указом президента он уже признан государственным праздником. На территории центра мы ежегодно организовываем такой праздник, приглашаем семьи. Символом Дня семьи испокон веков считается ромашка – цветок, олицетворяющий мечты о любви и верности. Представители местного отделения партии «Единая Россия» и молодогвардейцы вручили супружеским парам символичные букеты. Мероприятие было организовано Центром социального обслуживания «Домодедовский» при помощи нашей партии «Единая Россия» и «Молодой гвардии». Сегодня общеизвестный праздник – День семьи, любви и верности. Наверное, нет человека, который не слышали за таких святых, как Петр и Феврония. Сейчас они танцуют, держась за руки, а в 1971 году именно так началась их история любви. Владимир пригласил Нину на танцплощадку. Их свадебному вальсу в августе прошлого года исполнилось 50 лет. Чувства еще сильнее стали, чем раньше. И уважение друг к другу, и доверие друг к другу, и любовь. Встречаем каждый год, как всегда, но первый раз вот на таком празднике. Во время мероприятия старшее поколение делилось с молодыми семьями секретами, как сохранить любовь на долгие годы. Инга Янчук, Кирилл Махров, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.